Доброго времени суток, дамы и господа! Мы ведем трансляцию из установочного центра «Импульс» и расскажем о общих особенностях магнитол серии W2E, но уже теряющей свою популярность в платформе Windows, но до сих пор являющейся очень хорошим представителем в этом семействе. Магнитола представляет собой устройство с монтажным размером 2DIN. На верхней крышке магнитолы вы можете видеть диаграмму с назначением каждого контакта и транспортировочные болты. Не забудьте их убрать при монтаже магнитолы в автомобиль. На обратной стороне вы можете наблюдать радиатор охлаждения, разъем под основную колодку питания с предохранителем, разъем под внешний микрофон, колодку для подключения опциональных проводов, разъем для радио и GPS-антенны. В комплекте поставляется к универсальным магнитолам дополнительные монтажные рамки, разъем для внешнего USB, а также RCA-провода для выхода на фронтальные и тыловые каналы, отдельно на сабвуфер, а также аудио-видео-вход, видео-вход, вход для камеры заднего вида. Основной питающий разъем. Если магнитола идет в автомобиль, которому необходим CAN-бас-адаптер, он будет идти в комплекте. Болтики для крепления. Провод для опциональных датчиков давления в шинах и внешнего видеорегистратора. Внешний микрофон для громкой связи. Пульт дистанционного управления. Инструкция пользователя. И антенна GPS. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на наш канал, а если хочешь магнитолу, то получай жирный промокод KSAISTUBE2017. Кликай на желтый купон и ты узнаешь, что ты можешь получить.